неожиданный для вас уход там, был? Как, может быть, если я здесь посижу, может быть, все обойдется, все нормально, может быть, там такое. Хорошо, да. Он соглашается, да? Хорошо, посмотри, пожалуйста, номера, можешь рассмотреть? В хрониках? Ну, да. Хорошо. И давай сейчас мы будем выполнять поиск пропавшего человека в хрониках Акаши. И я тебя прошу, подключись, пожалуйста, за 5 минут до того, как он последний раз видится со своей мамой. Вот он, сейчас последний раз, когда он видится со своей мамой, ты оказываешься в его разделе хроник. Он последний раз видится с его мамой. 1, 2, 3. Заведение четкое, ясно. Ну, да, утро. Утро уходит. Утром уходит из дома. Что происходит? Какое у него настроение? Какие мысли, считая с его энергоинформационного поля? Ну, в общем-то, можно сказать, что что-то там падает. Мрачные есть мысли. Что-то, какой-то барьер стоит. Какой-то барьер, который нужно преодолеть, но можно и упасть. Хорошо, давай внимательно сконцентрируйся. Что за барьер? Приходит понимание. Это связано с чем он связан? Ну, там какие-то дела. Это нужно решать вопросы. Хорошо. Это дела по его работе? Или это какие-то нерабочие дела? С работой связаны. Он не работает в это время. Связанные с работой, связанные с рабочими людьми. С людьми, с которыми он работает. Так, он тоже в это время работает. То есть это дела. Люди с работой. Он с ними работал, но дела не рабочие, не связаны с работой. Так, он уходит сейчас встречаться с людьми, с которыми он работал, но не по рабочим делам? Да. Ага, так, очень хорошо. Так, хорошо, давай. У меня здесь нет никаких рабочих дел. Хорошо, хорошо. Хорошо, и давай по ленте времени. Дальше лента времени раскручивается вперед, лента времени раскручивается вперед, и мы отказываемся от события. Где он встречается? Он встречается с этими людьми? Посмотри, пожалуйста, есть это событие дальше? Так, встреча происходит? Ну да, встречается там. Он там выясняет. Выясняет, то есть он целый день чего-то там с кем-то встречался. С разными. Его эмоциональный фон считываешь? Какой у него? Ну да, какие-то там выяснения отношений есть. Что-то они там как бы как друг с другом там так выясняют, но так, вроде по-трезвому. Но... Просто такие товарищи в кепочках, товарищи какие-то такие ненадежные в кепочках. Так, хорошо. Да, еще девушка ждет где-то в другой стороне вообще. Девушка там же находится, да, в этом физическом пространстве? Нет, в другом месте. А, ну, в другом месте. Есть еще же девушка есть какая-то, да. Да, там ждет еще. Ждет его. Mm-hmm. Так. Ну, вот туда, так, что-то как-то выяснение есть. Хорошо, выясняют отношения. Так, заканчивают выяснять отношения. Что дальше он делает? Лента времени вперед прокручивается. Дорога темная. Он, значит, вот светлые эти, светлый магазин проходит, его освещенный проходит, светлый магазин. Хорошо, так, следующий за ним. Там дальше тоже еще есть свет, он идет. Так, он один? Никто за ним не следит, он совершенно один, да? Хорошо, он доходит до какого-то поселка, дальше следуешь за ним? Нет, он просто вышел, в принципе, из дома, в принципе, вышел из гостиницы. Так, он в гостинице. Прошел, да, прошел в магазин, а дальше за магазином дорога. Машина все-таки остановилась. Так, останавливается машина. Зрение четко, ясное. Так, хорошо. Везли его все-таки на машине. Так, хорошо. Почему он зашел в эту машину? Он знал этих людей? Посмотри, пожалуйста, момент захода в машину. Внимательно посмотри момент. Что происходит? Его насильно туда его пихают? Нет, сам.
сам заходит. Он знает кого-то из людей? Сколько там людей в машине? Нет, не знает. В машине сколько людей, посмотри. Два. Один водитель, а второй где сидит? Угу. Второй где сидит? Да, на лежанке на этой. Какая? Сзади. Ну, лежанка, но в грузовике. Это грузовик? Это КамАЗ? Да. Ага, угу. Хорошо, КамАЗ. Хорошо, а посмотри, пожалуйста, номера можешь рассмотреть? Цифры, ясно, три цифры идут, а цифры на номере. 6-5. Ну да, как бы вот первые 6-5, последние или 6. Хорошо, очень хорошо. Первые цифры 6-5, какие-то буквы идут? Е. Ну, это да. Первое? Е-6. Ага. 49, 65, да. Ну да. Хорошо, это КамАЗ. Хорошо, это там, да. Значит, двое человек. Так, он сам останавливал КамАЗ? Хотел, чтобы его подкинули или... Да нет, сами остановились. Что? Сами. Предложили довезти там далеко, идти там такой. Хорошо, он соглашается, да? Да. Хорошо, так, хорошо. Он куда садится в КамАЗе? Куда он садится? Только одно место, другого нет. Хорошо. Только в одно место можно сесть. Но просто сзади этот на лежанке, он его не видит. Угу. В общем-то... разговаривает вроде как нормально. Дорога. Хорошо, разговор нормальный, да. Так. И следуешь с ними. Что происходит дальше? Следующее важное событие. Ты оказываешься в нем. Что происходит? Спокойно со стороны не, наблюдаешь. Не поехать. Да. Просто в город. Вроде как. Хорошо, они в город въезжают, да? Ну, да, да. Да, хорошо, они въезжают в город, просто картины, без анализа воспринимаешь. И дальше картинка разворачивается, что происходит дальше? В общем, короче, что его увезли все-таки. Просто... это, типа драка, наверное, да. Хорошо, ты оказываешься следующим важным событием, ты в моменте драка, да? Идет драка? Ну да, вроде да. Кто дерется? Он дерется? Да там же этот сзади, который сидел, уже не видно было, вроде как что-то там такое. В общем, где-то они просто поехали дальше потом, так как будто на все-таки на трассу, на это поехали вроде на Тинкинскую трассу. Так, на трассе. Где-то там, надо все-таки искать на этой. На Тинкинской трассе. Так, драка, посмотри еще раз, что за драка? Это что, в КамАЗе происходит драка или где это происходит? Ну, да, да. Просыпается задний человек, правильно? И что, там драка начинается? Он не спал, просто что-то они там выясняют. Но все-таки это не... что надо в этом искать, некий-то там. Мне надо у них, в смысле, так как в прошлый раз, что туда они приехали, где-то возле этого поселка. Хорошо, у них драка, он, посмотри, они, он в какой момент, он покидает КамАЗ? Ну да, что типа они его выкинули. Хорошо, драка, они выкидывают его, да? А где они его выкидывают? Это трасса или это поселок? Да, это... нет, там трасса, да. Хорошо, а рядом какие-то населенные пункты есть? Нет, там нет вообще, в принципе, ничего. Хорошо. Он избитый, правильно? Да, так похоже, да. Хорошо. Давай тогда пролистываешь. Давай тогда лента времени пролистывается вперед. Лента времени пролистывается вперед. Дальше смотришь, что происходит. Там и лежит. Он продолжает там лежать. Хорошо. Какие-то машины проезжают. Они... он где лежит? Он прям на трассе или... А нет, нет, там же перевал.
внизу. А, внизу. Его не видно с трассы. Так не увидишь, да? Да, так не увидишь. То есть это место на этой трассе, где, mm-hmm. где вот такой вот вниз скат. Можешь еще как-то географически... Давай, лента времени раскручивается вперед, лента времени раскручивается вперед, и ты оказываешься рядом с ним в текущем моменте, вот здесь и сейчас. Как похоже, что он там лежит. Хорошо, посмотри, пожалуйста, он живой? Да нет, сейчас нет. Все, он уже мертвый, да? Сейчас. Все, уже просто тело лежит. Ну да, потому что как-то из него суетятся-то ноги, но это не похоже на души вполне. Что они светится? Из него там суетились. Нет, суетились на души. Души вот на него похожи вполне. Суетились? Не расслышал. Нет, ну и в смысле, что возле него видны, но это что возле него, что к нему подлетели души. А, и, все. И возле него они как, ну, вот этот процесс там всякий шел, что они вроде как его забирали там, или оставляли, или думали оставлять, забирать. Вот. Угу. Возле него они были. Хорошо, хорошо. Уже встречали его, понятно. И в итоге забрали, да? Ну да, сейчас сидят такие там. Пока что еще там ему там что нравится, пока что он там еще не перестроился, еще он там вот в этом вот сидит там как бы как выпивает, ну, угу. смиряется с переходом своим. Да. С действительностью своей. То есть еще вот такое все не урегулирует, ну, как бы стабильности такой нет. Может быть, просто это не сразу произошло, поэтому там вот у него светились, потому что это какое-то время еще было, что он еще был живой. Хорошо. Они там как бы тянули или думали, тянуть, не тянуть, ну, в смысле, забирать, не забирать. Угу, как там угу. выясняли там, что пора, не пора. Угу. Хорошо. Так, посмотри, пожалуйста, сможешь ему пару вопросов задать буквально? Да, так-то он вот это сидит. Хорошо. И просто давай. Он сидит такой, прямо, что она как жизненная обстановка. Угу. Хорошо, давай, подключись к... И... Приветствую, пообщайтесь с нами. Перед вами угу. Слипер, я гипнолог. Пообщайтесь, да? Неожиданный для вас ну, уход там был? Ну, как-то вообще такое ощущение, что он просто думает, что он сейчас не то что с друзьями, но в компании сидит, выпивает. Так вот он сейчас думал. А, он не понял еще, что он перешел? Да? Вот такое ощущение, что он не понимает. А, он еще не понимает. Вы... Очень такая обстановка земная, не домашняя, конечно, не рабочая, но ну, сидят там, выпивают. Не с друзьями, но очень приятными людьми. Хорошо, а что за приятные люди? Посмотри, пожалуйста, это его души родственные какие-то? Девушки. Хорошо. Сейчас перешли уже в мир душ, вы можете посмотреть, что вы не плотное тело, вы можете посмотреть, что вы энергия. Вы физическое тело уже покинули, вы можете на него со стороны посмотреть, что вы сидите здесь, а вот внизу физическое тело. Вы перешли. И да через ладно. Некоторое... Что ты говоришь? Я не хочу в это вникать. Как бы не хочу там... Ну, что ты говоришь, не хочу я в это вот... Хорошо, я понял вас. Хорошо, хорошо, да. Ну, к вам, видимо, уже родственные души пришли. Я вижу, у вас все хорошо, проходит отмечание. Вы что-то... Единственное, что хочу спросить вас. Вы маме что-то хотите передать? Сейчас сказать какие-то ей слова?
А вот именно, что он почему не может с этим смириться, что, ну, в смысле, как? Не то, что смириться, не может вот принять это, потому что он маме сказать как? Вот это маме как сказать? Угу. Вы сожалеете, да, что так получилось? Прям что тихо-тихо не говори, что я здесь. Угу. Мама не знала, что я здесь. Угу. Что, как бы, вроде бы как. Может быть, если я здесь посижу, может быть, все обойдется, все нормально, может, будет. Вот так угу. Думаю, что маме, потому что нельзя это говорить, и не говори, что я здесь маме, потому что она будет сильно переживать. Хорошо, хорошо. Я понял, вы еще не осознали, значит, до конца. Хорошо, Лиля, передай ему информацию, пожалуйста, что дальше будет происходить, что родственные души придут, дальше он подъем произойдет наверх, его встретит наставник, у него есть высшее я, чтобы он здесь не застревал, чтобы, ну, сейчас пусть он, конечно же, перестроится, это время нужно, но затем вот пусть он не теряется, идет наверх. Ну, он просто говорит, что вот как маме это сказать, вот как вот это... Вроде пока он здесь сидит, такое ощущение, что он на земле. Ну, просто не сказал маме, но на земле сидит. А как это? Понятно. Как он говорит, я приду, как я это скажу. Ну, то есть он не может уйти никуда наверх, потому что вот это вот его прям... То есть он не знает, как это... Ну, как маме это все объяснить. Хорошо, хорошо. Ну и к тому же тело вот оно, прям сейчас попьет, посидит, ну, может быть, мало ли, можно будет встать и пойти. Так, а мы можем мамина сюда астрал ненадолго вытянуть, чтобы они пообщались? Ну, он прям боится, конечно, этого. Попробуем. Хорошо, давай, находишь его маму, да, и зовешь его на встречу с сыном. Если она согласна, то перемещаешь ее астрал в это место. Согласие спроси, конечно, она согласна, но все равно спроси. Ну, как бы она с душой общаться не хочет. Она хочет общаться с сыном, с живым. Потому что сказать, что да, я хочу общаться с духой, значит поверить, что он умер. Хорошо, пусть не общается, пусть хотя бы друг на друга посмотрит, осознает, что это произошло. Если захотят, пообщаются, если нет, то ну, не надо. Ну, хорошо. Так, описывай, пожалуйста, что происходит. Если так вот она, то есть она же тоже не понимает, что это... Вот она, допустим, его видит, он сидит за столом с бутылкой. И она это воспринимает именно как реальность, что это в реальности так. И она расстроена, то есть принять, что это он уже не здесь, это, ну, она в любом случае это не примет сейчас. То есть она как раз-таки наоборот, видя его в таком виде, она больше, ну, это больше земное. А он для этого такой и остался как бы в таком виде, чтобы мама его так увидела, чтобы думала, что он живой. Ну, то есть, если он сидит, выпивает все же, значит, он на земле. А где же он? Не может же. Ну, как можем представить, что там точно так же, как и здесь, например, ну, может быть. Хорошо, ты просто маме информацию пошли, что это энергия, покажи, что оно как бы вот так вот проходит, что это не физика, что рука через него проходит насквозь, это энергия. Нет, она этого делает. Чтобы убедиться, что фон энергии, она, наоборот, максимально, чтобы в этом не убеждаться. Хорошо. Если они хотят друг другу любовь свою какую-то послать, то есть пусть это могут сделать какие-то... Ну да, обнимаются. Обнимаются, ну вот так как бы такая, что все хорошо. Ну, в плане в том, что все живы. Да. Хорошо. Это первая стадия шоковая. Всегда требуется время. Только время лечит это. Поэтому
Хорошо, сейчас, по крайней мере, вы связь установили. Еще раз вам говорю, что это вы души, вы установили связь. В следующий раз, когда вы заходите, вы также сможете встретиться. И все, я думаю, на этом мы заканчиваем с ними.